Добрый вечер. В эфире служба новостей «Волна». Я Дмитрий Миранчук. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Акция в поддержку похищенного в Крыму Эрвина Ибрагимова прошла в Киеве возле российского посольства. Глава Крымской епархии УПЦ Московского патриархата в Киеве, хотя он активно поддерживает оккупантов. Подозреваемый в вымогательстве взятки экс-прокурор прокуратуры автономии Букрей вышел из СИЗО. Рассказывать подробности его адвокат отказывается. Дело судьи Чернобука. Высший совет юстиции продолжит рассматривать его в августе. Глава оккупационной администрации Коктебеля Марк Краснов подал в отставку. Акцию в поддержку похищенного на полуострове Эрвина Ибрагимова провели в Киеве под стенами посольства России. Напомним, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар похитили в Бахчисарае 25 мая. Камера наблюдения зафиксировала, как неизвестные в форме ДПС остановили его на дороге, вывели из машины и насильно увезли. Ибрагимов пытался сбежать от похитителей. С тех пор об Эрвине ничего не известно. Так называемые правоохранители до сих пор не нашли ни его, ни какой-либо существенной информации о похищении. Документы Ибрагимова были найдены случайным прохожим на одной из бахчисарайских улиц. Организаторы акции подчеркнули, что Ибрагимов далеко не единственный, кто исчез в Крыму после начала оккупации. Организаторы акции «Где Эрвин?» подчеркивают, Ибрагимов далеко не единственный исчезнувший проукраинский активист. Всего с начала российской оккупации Крыма было похищено более 15 человек, поиском которых, утверждают организаторы акции, оккупационная власть не занимается. Мы хотим призвать и общественность украинскую помнить об этих людях, потому что нужно помнить не только о тех, которые сидят в тюрьмах, но и о тех людях, которые куда-то исчезли, и о них никто ничего не знает. Российские оккупационные власти, они фактически ничего не делают. Они саботируют следствие. Они только формально говорят о том, что мы делаем какое-то расследование. Нужно призывать украинскую власть для того, чтобы они заводили криминальные дела, которые мы дальше можем передавать в Европейский суд правам человека, либо международный трибунал. Правозащитница уверена, международное давление будет стимулировать российскую правоохранительную систему искать похищенных крымчан и упреждать подобные преступления в будущем. По ее мнению, похищение – акты запугивания граждан, не согласных с российской оккупацией, а также выдавливание коренного народа из Крыма. Бывший крымский политзаключенный Геннадий Афанасьев, поддержавший акцию, добавляет, на сегодняшний день случаи нарушения прав человека по отношению к крымским татарам и украинцам так многочисленны, что впору задаться вопросом, не является ли это началом нового геноцида. Зараз в Криму більше ніж 256 випадків зафіксованих щодо порушень прав людини в Криму. І сьогоднішня акція, вона потрібна для того, щоб, по-перше, за все, світовій спільноті доводити, що право на життя, заборона катування, право на пересування, свобода думки, свобода волі в окупованому Криму під Росією – це лише на зараз просто слова. Список исчезнувших в Крыму проукраинских активистов наверняка не полный. Многое остается неизвестным. Сегодня они вырывают из наших рядов не просто молодых людей, а именно перспективных молодых людей, которые имеют образование, которые любят свою нацию, которые являются передовым авангардом своего народа, на которых мы надеемся, что в будущем они будут руководить своим народом. Это представитель Эрвин у нас является членом регионального межлиса в Бахчисарайском районе. И его активная деятельность не могла пройти мимо служб ФСБ. В своем выступлении Шевкиев подчеркнул, что современная Россия и ее так называемый русский мир – просто ребрендинг старой советской захватнической политики, чья база сохранилась и укрепилась под властью Путина, и теперь замахивается не только на Украину, но и на весь мир. Участники акции подытожили – необходимо усиливать международные санкции против России, пренебрегающей правами человека, чтобы не дать ей отдышаться и продолжать свои преступные действия. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь побывал в Киеве и принял участие в заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое прошло 20 июля в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ Московского Патриархата. Сообщается также, что главы крымских епархий УПЦ Московского Патриархата примут участие в торжественном богослужении в честь завершения крестного хода, которое пройдет в Киево-Печерской Лавре. Там должны быть митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь,
митрополит Феодосийский Платон и Джанкойский Алипий. Как именно они попали на материковую Украину и по каким паспортам въехали, неизвестно. При этом митрополит Лазарь активно благословлял оккупационные власти полуострова и поддерживает их. К тому же один из блогеров издания «Крым Реалии» еще год назад сообщал о том, что храм Андрея Первозванного в Керчи Украинской Православной Церкви Московского Патриархата прятал российских граждан, принимавших участие в захвате Крыма в ночь на 28 февраля 2014 года. Об этом случае еще год назад заявил один из блогеров издания «Крым Реалии». Бывший прокурор Автономной Республики Крым Вадим Букрей выпущен из киевского СИЗО. Напомним, Букрея и его бывшего коллегу Сергея Хальзева подозревают в вымогательстве взятки у экс-парламентария Крыма Василия Ганыша. Как сообщает издание «Крым Реалии», со ссылка на свой источник в правоохранительных органах, Букрей вышел из СИЗО еще в субботу, 23 июля. Скорее всего, речь идет о внесении залога, ведь Букрею и Хальзеву суд назначил залоговую сумму. Это 826 тысяч гривен. Но официальных комментариев по этому поводу пока нет. Адвокат экс-прокурора Олег Каревич отказался подтверждать или опровергать выход на свободу подзащитного, отмечают «Крым Реалии». Уволить судью апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука за нарушение присяги пока нельзя. 4 августа Высший совет юстиции планирует провести уже второе заседание по рассмотрению деятельности судьи в оккупированном Крыму. Об этом и о судьбе еще 300 судей, служивших на полуострове до оккупации, узнавали наши корреспонденты. Напомним, бывший глава апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук нарушил судейскую клятву. Такое заявление недавно сделал редактор канала 2+2 Владислав Сидоренко. Он обратился в Высшую квалификационную комиссию судей Украины по поводу рассмотрения его деятельности. Заявитель утверждает, что после начала оккупации полуострова Чернобук призывал коллег принимать сторону России, но не получив желаемой должности в судебной системе оккупанта, вернулся в Украину и получил от президента страны должность судьи в апелляционном суде Днепропетровской области. Предшествовала этому смена политических позиций на проукраинскую. Так бывший крымский судья прослужил около 2 месяцев в зоне АТО начальником бани и даже получил военную награду, тем самым доказал верность Украине. Но Высшая квалификационная комиссия судей Украины посчитала иначе и 2 июня этого года решила рекомендовать Высшему совету юстиции уволить Чернобука. Справа щодо судді, якого ви назвали, вона знаходиться у нас в провадженні за рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії. Одночасно у нас знаходиться провадження щодо звільнення цього судді, яке було ініційоване ним особисто. Рекомендацію, яку потім, я знову ж таки сказав, яким чином реалізує президент і Верховна Рада. Кадровая проблема с судьями в Украине остается пока нерешенной. Их численность сокращается по разным причинам. Кто-то уходит по собственному желанию, кого-то увольняют за несоответствие. Не закрыт вопрос и по крымским судьям. 380 служителей Фемиды остались работать на оккупантов. В оккупованій території вже стали суддями Російської Федерації. Більше 300 суддів, по ним прийняті відповідні рішення, рекомендовані на звільнення за порушення присяги. В Совете юстиции уверяю, все, что от них зависит, уже сделано. Все документы находятся в Верховной Раде Украины и администрации президента. Президентом звільнено 8 суддів за нашим поданням. Тобто вони теж там десь оскаржуються, але президент прийняв рішення про звільнення. Верховна Рада, на жаль, не звільнила жодного судді. Хоча всі подання, дія їх не зупинена, всі подання знаходяться у Верховній Раді. Когда украинские парламентарии внесут вопрос о крымских судьях в повестку дня, Высшему совету юстиции пока неизвестно. Руководитель Коктебельской оккупационной власти Марк Краснов подал в отставку по собственному желанию. Связано это с тем, что он не справляется с обязанностями, заявил так называемый глава администрации Феодосии Станислав Крысин. И пообещал подписать заявление Краснова уже завтра, 28 июля. С чем именно не справился Краснов, не объясняется. Но в последний раз глава оккупационной Коктебельской администрации фигурировал в скандале между коктебельцами и полицией. Местные продавцы потребовали его присутствия после того, как у них произошла стычка с полицейскими. Люди заявили, что их избили, когда они попытались сопротивляться немотивированному отключению света для части территории Литфонда. Марк
Краснов возглавил оккупационную администрацию Коктебеля в начале этого года. Должность эта одна из самых несчастливых в Крыму. Еще до оккупации 2 года длилась тяжба за кресло у Алексея Булыги. Феодосийский горсуд приговорил Булыгу к 3 годам тюрьмы по делу о якобы допущенной служебной халатности. Затем его реабилитировали из-за декриминализации статей Уголовного кодекса. Но отстоять кресло Булыге все же не удалось. На смену ему при оккупационной власти пришел Ростислав Старожик. В августе прошлого года его нашли повешенным в комнате пансионата, где он жил с женой. Версия – самоубийства. Затем исполняющий обязанности главы Сергей Падюков был задержан при получении взятки в 240 тысяч рублей через несколько дней после назначения. Последнее публичное выступление Марка Краснова в этой должности оказалось достаточно показательным. Напомню, 12 июля его вызвали местные жители на территорию Литфонда, где у них произошла стычка с полицией. РЭС отключил свет без предупреждения и объяснения, обесточенными оказались сувенирные ларьки, столовая, часть здравницы, некоторые дома и даже уличные фонари. Возмущенных людей, которые ждали Краснова, пыталась разогнать полиция. Полицейские били и пинали ногами не только мужчин, но и женщин. Коктебельцы утверждают, что машина так называемых правоохранителей давила людей в пешеходной зоне. У меня руки завтра все вот такие синие будут. Все никак буду, как он меня тащил. И он говорит, со мной ничего не делал. Что они сделали, смотри. Милиция наша, доблестная. А где наш мэр? Которая получает деньги за счет наших налогов. Которые нам не дают зарабатывать. Все это происходило на глазах туристов, и некоторые отдыхающие попытались вмешаться и заступиться за продавцов. Уважаемые товарищи милиционеры, будьте добры, наведите порядок в Коктебеле. Пожалуйста, не бейте мирных граждан, не причастных отдыхающих. И женщин. С уважением к вам, отдыхающие Коктебеля. Приехавший на место Марк Краснов ответил людям довольно странно. Значит, есть какие-то, почему нам свет вырубили? Объясните вы. А почему я должен вам объяснить? А кто нам объяснит? Во-первых, я не знаю. Краснов пообещал людям разобраться, заявляя при этом, что по его данным они ничего не нарушали. Но РЭС ему не подчиняется и не делал бы отключений без чьих-то команд. Ну а затем Краснов заявил, что когда он вышел на следующий день на работу, ни один предприниматель к нему не обратился. В оккупационном министерстве имущества Крыма позже заявили, что, мол, предпринимательская деятельность на территории Дома творчества писателей «Коктебель» осуществляется незаконно. Они утверждают, что здания и сооружения Дома творчества национализированы, и предприниматели на этой территории могут заниматься только рекреационной деятельностью. Это все новости на сегодня. Смотрите больше на нашем сайте Black City TV. А я прощаюсь с вами. До следующих встреч!